Да, это уже совсем не тот неприметный Lexus RX. Владелец впервые увидит, как теперь выглядит эта его машина. Очень массивный передний бампер. Именно для этого проекта мы сделали капот из карбона. Эта пленка очень грамотно и изящно подчеркивает все новые грани. Установили доводчики, сделали карбоновые накладки. Задние расширители не менее массивные, чем передние. Подчеркивается каждая грань, каждая форма. Наш эксклюзивный диффузор – это бронь самых сложных элементов. Кстати, сделаем небольшую викторину, но также не забывайте подписываться на наш канал. Да, это уже совсем не тот неприметный Lexus RX. Мы полностью переделали внешний вид и сейчас все вам покажем. Это, наверное, самый масштабный проект. На нем не хватает только дисков, но все равно даже заводские диски мы доработали немного. По дискам, я думаю, что хозяин уже решит этот вопрос непосредственно у себя. Что касается самого проекта, что касается самого рестайлинга. Это самый большой рестайлинг для Lexus RX, который насчитывает более 25 новых элементов. И это не просто тюнинг, это не просто обвес. Это по-настоящему экзотический внешний вид, который кардинально меняет Lexus. Сам концепт изначально был брутальный и, ну, то есть по-настоящему входил в современность. После того, как Lexus выпустили первую модель RX 4-го поколения, то есть это современный кузов, ну, он потерпел очень много изменений, и мы, соответственно, в свою очередь, наша компания решила это исправить и доработать его брутальность, то есть вывести его на новый уровень по дизайну. Таким образом, у нас очень массивный передний бампер, у нас эксклюзивная решетка, наверное, самой сложной формы для Lexus. Также у нас сплиттер переднего бампера с боковыми ламелями. Экзотические такие, не самые простые по форме расширители. У нас новый капот именно для этой модели, именно для этого проекта. Мы сделали капот из карбона. Этот капот, ну, наверное, на 2,5 килограмма легче, чем заводской. Также весь кузов был полностью перетянут пленкой. Это эксклюзивная пленка алюминиевый браш. То есть не самая простая пленка в работе, но вид ее после выполнения качественного процесса, то есть после выполнения всех работ, очень крутой, тем более эта пленка очень грамотно и изящно подчеркивает все новые грани. Также в этот рестайлинг входят новые пороги, они же молдинги, так как вы прекрасно понимаете, что когда открывается дверь у Lexus RX, у него открывается и порог. Забегая немного вперед, мы установили доводчики на этот автомобиль и на передние, и на задние двери. Сами же пороги состоят из трех элементов с каждой стороны, то есть в совокупности это 6 новых элементов. И именно для этого проекта по индивидуальному заказу мы сделали карбоновые накладки, для того, чтобы они подчеркивали карбоновый капот. Задние расширители не менее массивные, чем передние. Они состоят из двух частей. Именно водительская сторона состоит из трех частей, так как здесь дополнительно есть лючок. Он полноценно открывается. Именно этот элемент позволяет нам наполнить это пространство, так как в основном при разработке больших расширений это место остается пустым. Мы именно этим элементом дополнили расширитель, и он не потерял своих основных граней. Да, это по-настоящему крутая пленка. Подчеркивается каждая грань, каждая форма. Ну и, соответственно, подходя к задней части, как я и говорил, дополнением к карбону, у нас есть верхний и нижний спойлер крышки багажника, которые точно так же сделаны из карбона. Если мы снимаем эти детали, то по весу, наверное, нижний спойлер будет как два телефона. По-настоящему очень легкие детали. Также на задней части автомобиля был немного доработан сам задний бампер, но мы его доработали, так как он к нам пришел с небольшими повреждениями. После демонтажа накладок, которые стояли здесь до этого, здесь были
небольшие прорези для того, чтобы в накладку установить дополнительно парктроник. Мы же все это отремонтировали, установили в заводское место парктроник. Также на задней части автомобиля, именно на бампере, у нас диффузор, именно наш эксклюзивный диффузор, он меняет расположение выхлопной системы, то есть с завода она идет по краям. Но здесь у нас выхлопная часть стоит по центру, соответственно, мы свели обе трубы боковые, левую и правую, в середину и сделали насадку. Это насадка подвесного типа, то есть она не ставится в диффузор, она подвесная ко всей выхлопной системе. Также, обсудив несколько деталей с владельцем автомобиля, мы сделали некоторую часть доработок. То есть мы сделали шумоизоляцию дверей, мы также сделали химчистку автомобиля для того, чтобы владелец получил полноценно обновленный автомобиль. Ну и, конечно же, ждем с нетерпением отзыва от клиента. Он еще до сих пор не видел, как выглядит его обновленный автомобиль. Этот RX из Москвы. Завтра мы его отправляем на автовозе, и владелец впервые увидит, как теперь выглядит эта его машина. Кстати, еще одна из эксклюзивных доработок – это бронь самых сложных элементов на этом автомобиле. Мы забронировали решетку, мы забронировали капот, также мы забронировали сплиттер. Но это не простая бронь, это не пленка, это жидкая бронь. И она сейчас набирает большие обороты. После того, как мы сделали несколько экспериментов, мы посоветовали владельцу автомобиля забронировать самые сложные элементы. И по формам, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что это не самые простые детали в оклейке пленкой, и далеко не каждый специалист, даже высококвалифицированный, сможет взяться за эти детали. Откровенно говоря, мы получили огромное удовольствие в работе с этим автомобилем, тем более то, что владелец полноценно положился на наш вкус, и мы реализовали свои какие-то определенные идеи. Кстати, сделаем небольшую викторину. Как я уже сказал, на этом проекте стоит наш карбоновый капот, и вам нужно угадать его вес и написать в комментариях. Но также не забывайте подписываться на наш канал, ставить палец вверх, и до скорых встреч. Пока!